лучший бомбардир прошлого сезона во всех турнирах, где мы только участвовали. Приятно. Напор, давай речи сюда. Ну что сказать, нормальный вроде тренер пока. Головка у тебя не думает. Меньше всех сыграл, больше всех забил. Кэрол Нау в одной команде, это очень страшно. Братан, сейчас будет красиво. Всем привет! На связи футбольная команда «Юни Минск». В несвойственной себе манере очень рано выходим из отпуска и начинаем подготовку к очередному футбольному году. Усаживайтесь поудобнее, это «Юни Прожект», выпуск номер один. Ребята, всем привет! Прошло много времени. За это время мы уже начали более-менее развиваться, осваиваем новые упражнения, плюс посещаем бассейн каждую субботу. В общем, малыш растет. По поводу команды, хотелось бы сказать, что все молодцы, ходят на тренировки, все у нас получится, следите за нами. За крылом не надо. Давай им беговую, пока есть время. А потом... Ну все придут потом. Традиции мы дарим небольшие подарки по итогам прошлого сезона. Ребят, послушайте меня, пожалуйста. Вот, и наши друзья с fifacards.ru прислали карточку. Лучший бомбардир прошлого сезона во всех турнирах, где мы только участвовали. Это Мишка. Повтори. Спорно. Спорно, блядь. Человека, на которого можно положиться, и он вообще красавчик. Лучшему вратарю июня прошлого сезона. Это да, это спасибо. Приятно. Ну, в целом, я парень скромный, меня все устраивает. Видишь, физическая форма 88, все, я же не идеален. А так? Как, тебе нравится? Да. Подписчики, видите? Чёрненькая. Жалко, знаешь, ну смотри, стоял в воротах же, да? Ну можно было там ВР добавить, да? Напор, давай речи сюда. Тар, дуба потом поставим, давай подходим. Кэрол. Вега с мячом нельзя в руках. Кто сейчас убегает? Сейчас кто выиграет, убегает. Ладно, давай по-другому. Пока тренировки проходят в лайт-режиме, в футбольном манеже Минска крайне тяжело выбить время, поэтому в нашем распоряжении всего часок, который стараемся использовать максимально эффективно. Или эффектно, как правильно? Ну что сказать, нормальный вроде тренер пока. Да, солидно, ёптую, квадратики, бля, пулька. Небольшая разминка, квадраты, пятнашки и, конечно же, двусторонночка. Пихал, набирался сил. Футбол не играл? Играл один раз в неделю в миник в фан-фудзале. Мишаня и Решфорд. Что общего? Надо вторую такую, чтобы было больше, чем у Решфорда. Привет, Реш. Останавливайся скорее после травм. Меньше всех сыграл, больше всех забил, блин. Не, ну реально, без атаки меньше всех сыграл. Так не рассказывай. Конкурс. Друзья, мы сейчас находимся в футбольном манеже города Минска. И у нас есть для вас небольшой интерактив. Вы сможете выиграть кепку от Parimatch. Обратите внимание вот на вот эту фотографию. Здесь, кроме самого главного игрока нашей страны, присутствует еще и действующий игрок Юни. В комментарии пишите, какой ряд, какой порядковый номер справа-слева. Постарайтесь узнать все-таки, кто же в этом созыве молодых ребят, действующий игрок Юни Минск. Пишите в комментарии, и мы разыграем кепку. Кто первого угадает, тот большой молодец. Ну и что дальше? Началась заруба с мячом. Смотрите, какие кульбитища. Ах, загляденье. Команда серых кардиналов, или просто серых, во главе с Женей Новаковским и Пашей Корольчуком сразу завладела преимуществом и с серьезным разрывом повела в счете. Ливерпуль, переодевайся, мы тебя узнали.
Нормально, тяжеловато чуть-чуть. Набрал. Два забил, одну отдал. К тебе, Ромка, Приходько. Когда ты перед собой видишь белую линию на площадке, в нее нельзя обыгрывать ни в коем случае, Ром. Запомни это. Я понимаю, тяжеловато, где-то головка у тебя не думает, площадка поменьше. Ну, видишь белую линию, приостанови мяч. Не надо никуда лезть. Там нету поля, значит. Все, Ром. Пока уверенно ведем 3-1. Пока серенький, очень-очень уверен. Там по матчам Кэрол Нау в одной команде, это очень страшно. У одного 2 плюс 1, у другого 2 плюс 2, понимаешь, это... Ты видел, ты вот пока тут общался, я там немножко лишь режим тройного полоскания врубил. Не. Ну, приятно, приятно. По движению, по всему пока приятно, очень нравится. Все, играем низом, все как надо. Снимаем вторую тренировочку уже. Бегают, что непонятно, кто куда. Один Кэрол забивает только. Угадайте с трех раз, что происходит с проигравшей командой. Бежит кросс, носит ворота и мячи, бежит за пивом. Ня. Классик. Проигравший становится на жопу. В смысле в белую раму? Да, братан, сейчас будет красиво. Ты ко мне пристал, смотри. Сейчас будет лететь, посмотришь. Да, вот я просто сюда, понимаешь? Центр. Смотрите, какой смачный удар. Готовимся к Суперкубку АЛФ, старту чемпионата. Ни разу не прикоснулись к этой сладкой. Февраль проведем в манеже и вскоре сообщим о ближайших товарищеских матчах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.